Торги на российских биржах сегодня начались с падения котировок. Индекс РТС понизился более чем на 4%. Также чуть более процента теряет рубль по отношению к доллару и евро. Официальные курсы российской валюты на завтра пока не установлены. Рынки в нашей стране реагируют на ситуацию в мире, в Азии, прежде всего в Китае, продолжается обвал котировок. В результате снижается и цена на нефть. Сейчас за баррель дают чуть больше 32 долларов.